О, я как всегда, да? Добрый день, уважаемые наши телевидеозрители YouTube-канала Планета Дзюдо. И мы рады приветствовать вас снова на наших субботних рассуждениях. Воскресенье, да? Воскресенье, да. Ну, по-разному мы встречаемся. Сегодня это воскресенье. Рассуждение о боевых искусствах и жизни. И тема, которую я предложил вот Владу, да, Влад Макаров, кузница айкидо, Роман Карасев, рока дзюдо. Тема «Слово и дело». Да. Как это все соединяется с практикой боевых искусств? Как это дает какое-то понимание, что первично, что вторично? Как это можно вообще в нашу жизнь ежедневную обустроить? Да. Ну, что хотелось бы добавить, что третий элемент. Давай. Мысль. Сначала мысль, потом слово, потом дело. Мы опять наблюдаем здесь такое триединство. Да. То есть комплекс. Комплекс, а по-другому никак. Как мы вот буквально полчаса назад у Влада закончилось индивидуальное занятие, где Влад показал одно упражнение и так плавно перешел, там, сказал, вот можно так, 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 и как бы вот такие ступени, да, стоя, там, сидя, полусидя, лежа. Это же японское, да, там? Кидан, вот. Чудан, дзюдан. Да, и мы увидели, что, да, есть такое, вот я недавно тоже с мастером Тай Цзи Цуань общался, и тоже такая идея, что как бы практики можно делать, значит, лежа, да, такие уровни, лежа, да, лежа, да, сидя, в партере, да, стоя, сувари-вазай, с партнером, да, и свободный спарринг. Это так же, как и вот, наверное, да, мысль, то есть это, ну, мы как бы сами с собой, да, такое внутреннее. Потом идет слово, когда мы уже как-то это можем с кем-то подискутировать, и дело, когда мы уже применяем это все, как свободный спарринг. Ну ладно, это немножко... комплексный подход. Это комплексный подход. Да, поэтому мы возвращаемся, да, к чему? Что говорит, постоянно и регулярно. Если какой-то элемент выпадает, то... загвоздка. Да. Приходится... Да. Ты регулярно, но раз в год. Да, регулярно, раз в год. Не тоже. Считается. Ну, кстати, кто-то может, да, и нам оппонировать, сказать, я делаю это регулярно, но раз в год. Но регулярно уже 20 лет. Да. Это тоже, можно сказать, регулярно. То есть, ну, временной отрезок учитывать. Правильно. И тогда я такой пример привожу. Если снег, допустим, чистить, да, дорожку, тропинку, ты же ходишь, сначала тебе тяжело снег, mm-hmm. ну, большой, ты ее протаптываешь раз, потом два, потом три. Но вот временной интервал. Снег падает, как время, да? И тогда, если ты редко ходишь, то дорожку заметает. И тебе приходится заново все перепроходить. Постоянно, но не редко. Регулярно. Регулярно. Да, но вот временные интервалы, ну, допустим, как могут. Я хочу начать бегать, да, и начинаю бегать каждый день. Угу. Он делает постоянно, он делает регулярно, но слишком часто и поэтому быстро бросает. То есть надолго его не хватает. То есть период восстановления. Как у нас сердце же с момента, как формируется плод, да, бьется. Угу. Но оно же бьется всегда, но как? Всегда-всегда, ну, до последнего. А там же 4. И оно же отдыхает. Угу. Пока одни желудочки сокращаются, другие отдыхают. Сокращается, отдыхает. Поэтому время отдыха, время трудиться, потеть, и время отдыхать, скажем так. То есть время размышлять, время заявлять и время делать. То есть, ну, на каком-то этапе может быть слово делать. Да, может быть сбой. То есть ты, если лежишь и только думаешь там, визуализируешь, я вот как бы я бы, и ничего не происходит. Ты говоришь, а я вот я как бы я бы. Или делаешь опять. Но делаешь, но не подумавши. Тоже хрень получается. Угу. А как это... Да, вообще... Кстати, кто смотрит наши беседы, рассуждения, можете... Было бы нам интересно тоже услышать ваши мысли по этому поводу, изложенные в тексте, в комментариях. Каким образом... мы можем вот сейчас это все спроецировать на занятия. Практику наших занятий.
А как мы можем, айкидо, дзюдо, потому что мы же там 30 лет, да, занимаемся, и тогда были популярны фильмы, а сейчас популярны фильмы танцы, и все теперь танцуют, то есть как социум, а у нас были боевики там, супергерои, скажем так, поэтому мы этим и увлеклись, скажем так, вот, а сейчас танцы, что тоже не, ну, не хорошо, не плохо, потому что каждое поколение чем-то увлекалось, но желательно, чтобы преемственность была поколений. И человек понимал, зачем он это делает. Угу. Ну вот. Брейк-данс там вот популярный. Дверк, скажем так. Ну, про танцы. Да. Но дзюдо тоже можно использовать как танец, если на показательных выступлениях. Айкидо это еще больше сейчас как танец. И здесь тоже должен быть баланс. То ли это боевое искусство, то ли это танцы, чем ты занимаешься, правильно? Угу. Но если тебе не дали ключа, ну ключ, скажем так, вот, опять, ключ в чем заключается? Медалька, да, у кого-то там, ты кого-то победил. И как мне нравится, как люди считают, если он стал чемпионом мира, допустим, он говорит, в мире 7 миллиардов человек, я стал вот чемпионом. Нет, то есть можно взять от количества занимающихся, потом делится же на весовую категорию. И тогда, чтобы тебе стать чемпионом, тебе не обязательно победить весь мир. Тебе надо победить только себя. Понимаешь, о чем я говорю? То есть ты соревнуешься, ну, в каком-то весе, ну сколько, 10, 20, там, 30 человек. То есть, по сути, можно сказать так, что да, ты имеешь. Ты хочешь сказать так, что я прихожу к тебе и говорю, Влад, я сегодня стал чемпионом мира. Да. А ты говоришь, как так? Я сегодня встал утром. Пришел в зал и выполнил наконец-таки полностью те упражнения, которые я хотел выполнить. И все, я победил. Ты красавчик. Чемпион мира. Нет, я тебе по своей версии. Да, по своей версии. Могу так сказать? Да, вполне. Ну, чемпионаты мира же проходят, да, по версиям. Да, да. Версия, да. Ну там, да, да, юмора добавить. Я бы сказал, красавчик. Ну, смог, смог. Вот, кстати, вчера я уже несколько дней провожу. По субботам такие рандори-клубы. Ага. Ну, дни, когда свободный спарринг. И приглашаю всех желающих присоединиться. Вот. Это не страшно? Это не страшно. Нет. Но многие думают, что это страшно, может быть, поэтому мало кто приходит. Но у меня как бы мысль возникла сначала, да. Потом я слово написал, это все изложил. Даже последнее мое обращение, даже видео было обращение. И делаю это. Почему? Я прихожу в зал и жду, кто придет. Вот вчера было... Я и еще один человек. Да. А прошлую субботу было 7 человек. А в самый первый раз было 4. Вот. Динамика. Такая вот. В среднем ты один. Да? В среднем я один, да. Поэтому я чемпион. На трех этапах я на всех трех был. Был. Основатель просто. Хорошо. Так, ну. Да, это мысли не мои, то есть я в интернете все, в Ютубе тоже смотрю, вот эти всякие ролики. Ну, кто, так... кто такой мужчина, как мужчина проявляется. И вот эта вот мысль мне понравилась, и я рад, что это от Дмитрия Троцкого, что транслировать, что мужчина должен мысли привести в порядок свои, потом слова, и потом уже поступки, дела свои. И тогда он будет целостным и станет... Айкидо может быть технологией для вот этого выстраивания... Или боевые искусства все, вообще. Все что могут угодно. Все что угодно может быть технологией, скажем так. Если мы единоборствами занимаемся, то вилка оружие, листок бумаги оружие, тарелка очень хорошее оружие. То есть нельзя так говорить, айкидо, баскетбол может быть. Ну, мы в контексте единоборств, правильно? Да. Айкидо, ну, блин, опять философство начал. Может. Ответил и все, да. Ага. Может. 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 А... Как может, да, помочь? Как может оно вот это? А как может помочь? Там очень в айкидо много побочных эффектов. Таких как, допустим, все приходят, и с чего начинается это все занятие? Со страховок. То есть мы сначала как бы перекатываемся на полу. И вот хорошая мысль у Романа была, что когда человек рождается, он лежит, ну, в кроватке и познает мир из лежачего положения. А когда мы начинаем заниматься, приходит в зал, мы... в вертикальном положении. И получается, что дом с крыши строится. То есть желательно снова почувствовать себя уверенно на полу, потом на коленях, на четвереньках, ну как вот
человек, и потом уже переходить в ташваза, ну, в это вертикальное положение. Но не зацикливаться, а как, это же спираль развития, поэтому нету начала ни конца, поэтому можно в одной тренировке сочетать это, можно в недельных занятиях сочетать. Но если хороший тренер, то он будет это все учитывать и вести. Но не забывая про индивидуальный подход, скажем так. Но хребет должен быть, методика должна быть, какая-то все равно методика. Что ты приходишь, и ты знаешь, что ты получишь результат, скажем так, при условии. Ну, за определенное время. Нельзя так сказать. Пришел, когда я получу черный пояс. А может, никогда. Но мы точно знаем, если будет выполнять как бы предписание, то получит, ну, 4 года. Да. Mm-hmm. Здесь сам бы мы говорили, что надо 8 лет. Так вот. Если просто нарисовать, то можно и так получить. Но это будет уже такой подарочный. Так, мы делаем паузу и вернемся во второй части. После банной процедуры. Оставайтесь с нами.